Привет, мои любимые красотки! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня в этом видео я покажу вам свои покупки из магазина Fix Price, и также в этом видео будет конкурс. Многие мне писали о том, что давай делай конкурсы на канале. Я подумала, а почему бы и да? Сегодня в этом видео будет первый конкурс, и я думаю, что начиная с июня конкурсы на канале будут выходить по меньшей мере 3 раза в месяц. То, что сегодня я вам приготовила, это не из Fix Price, это косметический приз, но это и не косметика из Fix Price. Я приготовила для вас небольшой подарочный бокс, а что в нем, вы узнаете в конце этого видео. И если вам интересно, то оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. Вернемся к покупкам из Fix Price. Что же я приобрела? И первая моя покупка — это вот такой массажный ролик, который стоил 149 рублей. Вот так он выглядит. Здесь две мягкие ручки, и посерединке у нас шарики. Сзади изображено то, как можно его использовать. И здесь написано, что он стимулирует кровообращение, ускоряет восстановление после тренировки, уменьшает боль и повышает гибкость. Вообще, в принципе, у меня болит спина, и я покупала в Fix Price такой небольшой массажный ролик, который можно надевать на руку. И мне им неудобно прорабатывать центр спины, там, где у меня обычно и болит. Поэтому я подумала, что, может быть, вот такой массажный ролик получится использовать и получится разминать им спину. Вообще, его можно использовать для массажа шеи, икроножных мышц, массажа спины и массажа бедер. Будем пробовать. Кстати, хочу вам оставить еще и небольшой свой отзыв на другой товар из Fix Price, который я покупала ранее. Я просто хочу вам немного о нем рассказать. Покупала я в Fix Price вот такой обруч для занятий. Где-то у меня здесь на столе была от него этикетка, которую я также подготовила. Да, вот такой обруч. Стоил он 199 рублей, и здесь также изображено, как его можно использовать, то есть подъем ноги на боку, скручивание корпуса, сведение коленей, зажимание за спиной, ну и так далее, тому подобное. И я, честно говоря, не поняла, то ли я такая неувязочная, что ли, то ли он такой неэластичный. Ну, то есть вот так вот, например, сжимать его удобно, также его удобно сжимать за спиной, но здесь приведены такие упражнения, как отведение ноги в сторону, то есть вы продеваете в этот обруч ноги и отводите ноги в сторону. И реально ничего нормально не отводится, потому что он дубовый. То ли мне обруч такой достался, или я не знаю, но он мне не понравился. Я считаю, что это просто выброс денег на ветер. Если вы покупали такой обруч, поделитесь своим мнением в комментариях обязательно. Мне интересно, у вас нормальный или тоже такой дубовый, и вам тоже обруч не понравился. В Fix Price появилось безумно много товаров на дачную тематику, садово-огородническую. И несколько таких товаров я приобрела для себя. Я купила 2 садовых светильника по 99 рублей каждый. Первый садовый светильник выглядит вот так. Вообще в Fix Price безумно много таких садовых светильников, очень большой выбор. Я стояла долго, выбирала, не знала, какой взять. Решила для пробы купить 2, но если они мне понравятся, то думаю, что докуплю и еще. Здесь у нас есть солнечная батарея, и я так поняла, что принцип в том, что за счет солнечной батареи целый день вот этот садовый светильник заряжается, и вечером, соответственно, он светится. У меня таких не было, но я видела на других дачных участках, как вся дорожка выслана вот такими садовыми светильниками. Выглядит безумно круто. Выполнен он из пластика, но на первый взгляд пластик довольно-таки качественный. И сзади у нас есть вот такая ручка. Вы ее переворачиваете и втыкаете в землю, чтобы непосредственно этот светильник стоял. И второй светильник, который я купила, они на самом деле очень похожи, но этот более стройный. Здесь тоже солнечная батарея, только солнечная батарея сверху. Ну и здесь, в общем-то, сверху просто немного в других местах расположено. Также в Fix Price появились вот такие прикольные штучки. Это прованские травы для дома. Там есть они совершенно разные. Я выбрала шалфей, лаванда и душица. Коллекция семян. Это семена не для дачного участка, а для того, чтобы вот эти прекрасные травы возможно было вырастить дома на подоконнике. Одно время я увлекалась такой темой. У меня даже земляника на подоконнике когда-то росла в большом таком балконе.
картонном ящике. И теперь попробую посадить эти семена, посмотрим, вырастут или нет. Давайте посмотрим, что у нас внутри этой упаковки. Упаковка стоила 55 рублей. И здесь три вот таких обычных пакетика. Подобные семена в таких пакетиках я покупала в гипермаркете своего города по рублю. У меня такое чувство, что меня сильно обманули, серьезно. Необходимо подготовить горшок, положить туда дренаж, засыпать плодородный грунт, посеять семена, разместить растения в теплом месте и следить за влажностью. Ну, в общем-то, все стандартно. У нас шалфей, душица и лаванда. Ну, буду пробовать выращивать. Надеюсь, что что-то вырастет. Но, знаете, вот такие пакетики за 55 рублей. Наверное, вся оставшаяся сумма ушла в упаковку. Покажу вам немного косметических товаров, которые я приобрела в Фикс Прайс. Я купила вот такую маску. Это маска 2 в 1, двойного действия, детокс и ультраувлажнение. Я думаю, что эту маску мы с вами потестируем вместе. На моем канале есть такая рубрика, как тестирование косметики из Фикс Прайс. Голубую часть маски нужно нанести на верхнюю часть лица и, соответственно, розовую часть на нижнюю. Посмотрим, работает ли эта маска. Еще я купила новинки из косметики, которые появились в Fix Price. Это вот такие продукты из серии Gialurol. Обновленные продукты, по-моему, в Фикс Прайс их не было ранее, и каждый из продуктов стоил 55 рублей. У меня здесь ультрафиллер геля лица, объем у которого 50 мл. Написано, что это экстра пролонгатор молодости, интенсивно восстанавливает кожу, силы чистой и активной гиалуроновой кислоты. Продукты из серии Gialurol мне всегда нравились. Мне нравилась и сыворотка, и крем, который я покупала ранее, и надеюсь, что эти продукты тоже не подведут. Если они мне понравятся, то я подробно расскажу вам о них в видео о лучшей косметике из Fix Price. Такая рубрика тоже стала постоянной на моем канале. Смотрим, что внутри. И внутри у нас вот такой кремчик. Давайте посмотрим текстуру. Я люблю с вами все пробовать, рассматривать. Упаковка, кстати, завальцована. Смотрим. И внутри, как вы можете видеть, у нас гель голубого цвета. И гель этот достаточно плотный. Пахнет свежо, есть какая-то огуречная нотка. Ну, кстати, несмотря на то, что он плотный, он хорошо распределяется по коже. Я думаю, что будет быстро впитываться. И, как правило, такие гелевые текстуры, они правда хорошо увлажняют кожу. Буду пробовать. И второй продукт, это вообще супер интересный продукт, жидкие патчи. Жидкие патчи, тройное действие, увлажняющее, подтягивающее и выравнивающее. Объем 40 мл, давайте посмотрим, что у нас там за жидкие патчи такие. Такая же, собственно, упаковка. Смотрим. И жидкие патчи, это розовый гель, тоже довольно-таки плотный. Он плотнее, гуще как бы, чем гель для лица, который мы только что смотрели. И думаю, что, возможно, он правда тоже будет хорошо увлажнять кожу под глазами. Эти средства супер бюджетные, но, повторюсь, насколько я знаю серию Gialurol, они довольно-таки эффективные. И эти жидкие патчи, они пахнут фруктиками. Купила две вот таких маски для ног. Я вам показывала спа-носочки, отшелушивающие носочки из Fix Price. И появились вот такие новинки. Маска-носочки экстра увлажнения из другой серии. Но, по-моему, это тоже Корея. Да, носочки корейские. Написано, что маска это интенсивно смягчает, активно регенерирует, омолаживает и релаксирует. Размер до 44-го. Если вы успели познакомиться с этими продуктами, то поделитесь своим мнением в комментариях. И вторая маска, это маска пилинг отшелушивающая. Она удаляет ороговевшую кожу, устраняет натоптавшие мозоли и регулирует еще и потоотделение. Для женщин и мужчин размер до 44 размера. Буду обязательно пробовать в ближайшее время и расскажу свое мнение или в пустых баночках, или опять же в видео о лучшей косметике из Fix Price. В Fix Price также появились кремчики для рук от бренда Nivea. Стоят они там 77 рублей. По-моему, в других магазинах эти кремы стоят дороже. Я купила крем
комплексный уход с облепихой и витамином Е, объем 75 мл. Кремы для рук от бренда Nivea и от бренда Dove мне всегда очень нравились, я их любила. Это кремы, от которых правда виден эффект. Бывает так, что вы пользуетесь каким-то кремом для рук, и вроде как вы чем-то мажетесь, даже, возможно, что-то увлажняет и питает, но кожа рук как была сухой, так она сухой и остается. Вот такой интересный парадокс. А от кремов Nivea и от кремов Dove реально кожа рук преображается, она становится мягкой и напитанной. Давайте посмотрим текстуру. По-моему, не этот крем был. Текстура у нас здесь взбитая, муссовая, но при этом она легкая, и этот крем можно использовать даже на лето. Аромат приятный, тонкий. Я не скажу, что это аромат облепихи, но он совершенно не навязчивый. Следующее, что я купила, это тоже товар из дачной тематики. У меня здесь вот такая подвязка для растений из километров, большая катушка. И здесь написано, что она с отсекателем. То есть то, что у нас здесь есть внизу, это отсекатель. Стоила эта подвязка 55 рублей. В принципе, можно использовать и не в саду, а, например, и для комнатных растений, таких как орхидея. Если у вас есть орхидеи, то вы знаете, что когда орхидеи дают стрелы, то их нужно немножко подвязывать, чтобы они не ломались. Подвязка это, в принципе, это просто леска, но она неплохо так изгибается. И я покупала в Фикс Прайс еще один садовый товар. Я хочу спросить вашего совета. Я покупала там поливочный шланг. Появились в Фикс Прайс поливочные шланги. Вставлю вам фотку. Дело в том, что этот поливочный шланг я оставила на даче, потому что после того, как я его попробовала, он оказался весь сырой. И я даже не знаю, что с ним делать. 2,5 метра. Это такой тканевый шланг. И я вроде как все правильно собрала. Мы делали это с мамой, все надели. Но почему-то у этого шланга бьет струя из всех щелей. То есть там как будто бы чего-то не хватает. Каких-то, возможно, дополнительных резиновых прокладок для того, чтобы уплотнить, как этот шланг. Вода бьет и из места присоединения шланга к тому месту, откуда подается вода, и, собственно говоря, на выходе, там, где должна выходить вода, все идет не единой струей, как из обычного шланга, а просто отовсюду бьет вода. Вроде он не худой, и что с ним не так, я не понимаю. Если вы покупали поливочный шланг в Фикс Прайс, такой, как я вам показала, поделитесь, нормальный ли вам попался. Возможно, у меня просто брак, но я уже как-то расстроилась. И последнее, что я вам сегодня покажу, это набор акварельных карандашей из 36 цветов. Эти акварельные карандаши в Фикс Прайс стоили 199 рублей, и я давно хотела купить акварельные карандаши. 199 рублей для них прекрасная цена, в других магазинах они стоят гораздо дороже. В прошлом видео о покупках из Фикс Прайс я вам рассказывала, что я увлеклась рисованием, и, собственно, поэтому я и купила эти акварельные карандаши. Здесь карандаши довольно-таки яркие, но, естественно, они подойдут, например, и детям в школу. Некоторые карандаши попадали, цветов много, и плюс еще и в том, что они вот в таком пенальчике, в котором их удобно будет хранить. И перейдем с вами к конкурсу. Покажу вам, что я для вас приготовила. Приготовила для вас я вот такой небольшой подарочный бьюти-бокс с классными продуктами. Здесь разные мои фавориты косметики. Также докину в этот бьюти-бокс для моего победителя еще какие-нибудь милости. Что нужно сделать для того, чтобы этот бьюти-бокс выиграть? Расскажу вам условия конкурса. Во-первых, в комментариях под этим видео написать любой комментарий по теме видео. Во-вторых, вы должны быть подписаны на мой канал и на мой Инстаграм. Ровно через неделю в сторис в своем Инстаграм я подведу итоги конкурса, и мой подарочный бьюти-бокс отправится к победителю. Повторюсь, конкурсы на моем канале теперь будут проходить регулярно, начиная с июня, по меньшей мере 3 раза в месяц, поэтому призов и победителей будет много, я буду готовить для вас какие-нибудь интересные подарочки, которые будут вас радовать. Это не только на июнь, я думаю, что мы сделаем это доброй традицией моего канала, и я буду разыгрывать для вас косметику. Всем желаю удачи в конкурсе. Надеюсь, что моему победителю приз обязательно понравится. И также я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, то ставьте пальчики вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем отличного настроения и всем пока-пока!